Наша задача, так как мы являемся сотрудниками МВД, делать зачистку городов. После того, как армия отработает эту территорию артиллерией, авиацией и тяжелой техникой. Это нормальная тактика, как говорится, боевых действий. Блокировка Донецка не работает. Возможно, она бы и работала, но идет обстрел города. Я уже хочу даже предложить ордена и медали украинским артиллеристам, которые стреляют с района аэропорта, с района 25-й бригады по городу, по мирным домам, по мирному населению. Может, они вполне заслужили это за точность и за неточность. Одно дело, когда оперативные какие-то мобильные минометные группы ездят и обстреливают город. Здесь можно сказать, что это какая-то третья провокационная сторона. Но когда бьются район аэродрома, аэропорта, артиллерийские установки, здесь уже никто не скажет, что это сепаратисты стреляют сами по себе. Здесь довольно-таки странные моменты, как мне говорят, что снаряды летят не туда, где находятся военные объекты. Давайте сами посудим. Артиллерия ведь наука довольно точная. И изучают траекторию полета снаряда, баллистику. Изучают даже не артиллеристы, в других училищах военных. И не попасть в 21 веке из орудия в заданную точку, ну, надо ухитриться. Ну, так, такое впечатление, что вот наши все время ухитряются. Здесь же идет постоянный обстрел, скорее для устрашения. Преследуется другая цель, не разрушение объекта, а устрашение. Но вот при этом устрашают мирное население, наверное, путем попадание хаотического в разные объекты. Там много снарядов торчат прямо в дороге, в огородах. Не взорвавшиеся, имеется в виду? Не разорвавшиеся или осколки. Ну, довольно много. Это военная практика. Не все снаряды разрываются. Но слава богу, что Горловку хоть еще не снесли с лица земли. Вместе с мирным населением. В смысле, вы имеете в виду, что обстреливается сейчас очень жестко эта местность? Ну, Горловку обстреливали наши войска еще когда я заходил на обмен пленных в Горловку. И зная, что я туда захожу с группой, все равно Горловку продолжали обстреливать.